Любой житель, достигший 18 лет и имеющий постоянную регистрацию в Ленинском районе, может претендовать на место в общественной палате нового созыва. Задача общественников, имея определенный опыт в той или иной сфере, поддерживать гражданские инициативы и налаживать взаимодействие населения с органами местного самоуправления. Сегодня документы на свое выдвижение подготовил Вячеслав Краснонос, ответственный секретарь общественной палаты действующего созыва. Вот я, являюсь адвокатом, хотел бы снова своей задачей видеть, помогать гражданам Ленинского района в решении их насущных проблем и вопросов. Хотелось бы отметить, вот уже в течение года в этом здании проходят бесплатные юридические консультации, которые я веду, целью которых является оказание правовой помощи и повышение юридической грамотности нашего населения. Кандидаты могут быть выдвинуты общественной организацией, некоммерческим объединением, инициативной группой, либо в порядке самовыдвижения. За сбор документов от кандидатов отвечает член общественной палаты Московской области Дмитрий Боробов. Выдвижение кандидатов проходит в три этапа. Сначала кандидаты подают документы, это с 1 по 31 марта. А далее с 1 по 31 апреля будет обсуждение всех кандидатов. Далее в мае будет утверждение. Но не надо забывать, что 22 апреля пройдет единый день голосования. То есть кандидаты все приходят в ДК, мы место еще определим. Там будет обсуждение кандидатов, они выступят со своей небольшой программой перед жителями, где жители смогут увидеть, для чего люди эти идут в общественную палату и интересы каких общественных организаций и объединений они будут представлять. Список необходимых документов можно найти на сайте администрации Ленинского района в разделе «Общественная палата», в группе ВКонтакте и на сайте Общественной палаты Московской области. Принимаются документы до 31 марта в здании МФЦ. Понедельник, пятница с 10 до часу, вторник, среда, четверг с 15 до 18, суббота с 12 до 14 часов. МФЦ, кабинет номер 13, ждем документы. Также, если возникли какие-то вопросы, можно позвонить по телефону 548-02-83 или 548-02-28. Дмитрий Книга, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.